привет! Хоть День защитника Отечества отмечается 23 февраля, а это только завтра. Архивные газеты полны статьями о настоящих мужчинах уже сегодня. Как только не называют мужчин – защитники, воины, солдаты, бойцы, джентльмены и даже рыцари. Последнее звучит очень достойно и многообещающе. Сразу представляешь мужчину в доспехах с множеством сильных качеств и ценностей, который защитит тебя в любой ситуации. Стереотипно? Ну, возможно, да. А вот что думали о рыцарях в 1989 году в нашем городе. А что думали? Их, кстати, искали. Если в нашем городе есть мужчины, способные сложить стихи и оды в честь женщин, пропеть им романс или серенаду, сразиться за их честь в рыцарском поединке, а также продемонстрировать другие рыцарские способности, мы ждем их в ДК нефтехимиков. А под словом «другие рыцарские способности» интересно, что имелось в виду. Но если тут еще есть вопросы, то к такому званию, как воин, нету. В ДК «Энергетик» 3 года работает клуб будущего воина, где учатся быть солдатами ученики 9 и 10 классов школ Центрального района. Напоследок хочу поделиться с вами словами Толи Колмакова, 10-летнего мальчика, который он сказал своей маме. «Я обязательно буду как папа военным». И он им стал, как папа, подполковником. В 10-й школе присвоено звание ее ученика воина-интернационалиста, коммуниста-подполковника. Кого бы вы думали? Того самого мальчика Толи. Хочется подметить, что хоть праздник мужской, но частенько на заднем фоне фигурируют женщины. Конечно, ведь отчасти мужчины стараются ради своих дам. Всем героических поступков, а мужчин заранее поздравляю с 23 февраля. До свидания. Всем привет, с вами Вася Татаров. Ну что, ребята, блинов наелись, проводили наконец-то зиму. Я надеюсь, что холода к нам уже забудут дорогу. Но пока самое отличное место, чтобы согреться, это кинотеатры. Итак, какие фильмы нас ожидают?
А посмотрим «Секретное досье». Фильм, кстати, основан на реальных событиях. Невероятная история Кэтрин Грэм, первой женщины, издателя газеты «Вашингтон Пост» и редактора Бена Брэдли, в роли которого несравненный Том Хэнкс. Они вступают в гонку с «Нью-Йорк Таймс» за право пролить свет на государственные тайны, скрывавшиеся более 30 лет. Журналистам придется преодолеть свои разногласия, рискнуть карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду. Что будет, если мы не опубликуем досье? Проиграем не только мы, проиграет вся страна. Невероятно, но факт, кажется, фильмы о журналистах получили второе рождение, и «Секретному досье» кинокритики прочат зрительскую любовь. Ну не знаю, поживем увидим, но посмотреть его каждому стоит. А вы бы хотели все деньги мира? Вопрос, конечно, риторический. Но именно так называется следующая кинопремьера. На рубеже 70-х годов в Риме похитители в масках крадут внука Жана Пола Гетти, крупного нефтяника и невероятного скупца. Дедуля отказывается платить выкуп, поэтому матери пропавшего юной Гейл остается упаковать только на агента службы безопасности Флетчера Чейса. Кстати, в ее роли Марк Уолберг. Мистер Гетти, требуют 17 миллионов. Сколько вы готовы заплатить за освобождение внука? Ни цента. Криминальный триллер Ридли Скотта прославился еще до премьеры. Режиссер вырезал все сцены с Кевином Спейси из-за сексуального скандала и переснял их с Кристофером Пламером. А российское кино продолжает раскрывать мужские тайны. О чем и говорят мужчины 3. Продолжение. Точнее, продолжение. Выходит на экран уже на этой неделе. На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что не важно зачем, важно, что просто едут. Восьмой фильм «Квартета И» и третья часть «О чем говорят мужчины». Уже без былого задора главные герои, как и фильм, выглядят уставшими, а шутки какими-то вымученными. Очередной проходной фильм, который пытается выйти на старом названии, от которого, по сути, осталось только название. «Елки, привет!» Грустно все это, но я уверен, что и этот фильм найдет своего зрителя. Вот кто бы мог такую красоту описать? Мне кажется, только Пушкин. Ох, ты ж нихера ж себе! Мандула раздвижная. Мандула. И еще одна наша российская новинка, называется «Рубеж». В главной роли Павел Прилучный. Девчонки, вперед за билетами. Достаточно циничный, чтобы с ним прикрутилась какая-то либо история. Бизнесмен Михаил Шуров попадает в центр темпоральной аномалии и начинает как зайчик скакать по времени. Твою ж мать, а! Он оказывается в окопах Великой Отечественной войны на Невском пятачке в 1941 году. Сценаристы и режиссеры устроили Прилучному настоящий квест. А в качестве сценариста был выписан Александр Шевцов, набившим руку в таких фильмах, как «Мы из будущего». А в качестве режиссера Дмитрий Тюрин, уже снимавший актера в мелодраме «Любовь с ограничениями». Но также Тюрин снял классный триллер «Жажда», так что мы можем допустить, что это будет нечто большее, чем «Мы из будущего 3». Интригует. Да, неплохая идея. Оцените и вы. Я это уже видел. И напоследок, мужики, с предстоящим праздником от 23 февраля. Те, кто служил и те, кто не служил, поздравляю всех, респект вам, друзья, увидимся в кино.
Гороскоп на 23 февраля. Овен. Вас ожидает много дел, с которыми вы легко справитесь, если равномерно распределите свои обязанности. Телец. Вас будут переполнять лишь хорошие эмоции. Позитив и уверенность станут вашими спутниками на весь день. Близнецы. Иногда вас считают ненормальными и сумасшедшими. И это потому, что вы имеете свое мнение. Не прогибайтесь. Рак. Вы узнаете ответ на вопрос, который даже не хотели задавать. Но зато теперь все прояснилось. Лев. Вы бодры, полны сил и целеустремленны. Теперь главное направить всю свою энергию в правильное русло. Дева. Не звонят, не пишут, не интересуются. Значит, не нуждаются. Все просто и придумывать тут нечего. Весы. Даже не сомневайтесь, вы все делаете правильно. Никого не слушайте и считайте, что мечта уже в кармане. Скорпион. Чем больше вы успеете сделать хорошего, тем лучшей ответочкой вам все это воздастся. Стрелец. Несмотря на то, что вы не выспались и от этого мешки под глазами у вас размером с арбуз, вы все равно неотразимые душки. Козерог. Пока цепляетесь за прошлое, ваши руки заняты и что-то хорошее в настоящем уже туда не помещается. Водолей. Проявите свои лидерские качества, всегда делайте первые шаги, и судьба наградит вас за вашу инициативу. Рыбы. Будьте собой, снимите все маски, постарайтесь не тратить свое время на всякую ерунду и скучных людей. Наконец-то нам дали слово. Дорогие наши телезрители, что мы хотели этим самым фильмом сказать? Что идеального мужчину, наверное, все-таки создавать не стоит. Идеальный мужчина – это тот, который рядом с вами, который вас любит. И не... такой же работящий, кстати, как наш сосед, который стучит сейчас. Вот. И идеальная женщина, наверное, та, которая тоже ни на кого не разменивается, которая рядом с вами, варит вам борщи, любит вас и радует каждый день. Правда ведь? Конечно. А еще мне кажется, что идеальный мужчина – это все-таки любящий мужчина, которого не ведет никакая даже самая идеальная женщина. Поэтому, дорогие женщины, в честь 23 февраля посмотрите на тех мужчин, которые рядом с вами. Они и есть самые настоящие идеальные мужчины. Как думаешь? А идеальные женщины, ребят, кто такие? Как мы сейчас скажем свое слово. Сейчас. Да, все будет. Да, идеальная девушка – это та, которая поздравляет мужчину с 23 февраля. И дарит не только носки. Вы уже сказали свое, все. Вот так вот.
Цыц. Так, что хочется сказать на правах исполнителя роли идеального мужчины? О, да, на правах роли, да. Стаса Михайлова. Продолжай. Что хочется сказать на правах исполнителя роли идеального мужчины в погоне за идеалом? Главное вовремя притормозить. Вот других слов у меня нет. С праздником, мужики. Да, на правах бешеного сумасшедшего доктора скажу, что все-таки женщину нужно создавать своими руками. С праздником! В современном мире роботы уже повсюду. Они выглядят очень разнообразно. Робот — это умная машина, способная выполнять заданные действия, анализировать изменения обстановки и даже самостоятельно реагировать на них. Роботы выполняют самую разную работу — тяжелую и опасную, высокоточную и однообразную. Они могут действовать самостоятельно или под руководством специалиста. Больше всего роботов внутри новых автомобилей. Электронный мозг подскажет водителю путь, включит комфортный температурный режим, сэкономит топливо и даже поможет припарковаться. Роботы собирают другие аппараты, стирают одежду, моют посуду, убирают дом, будят нас по утрам. Также они тушат пожары, исследуют глубины океана и просторы космоса. Сегодня без этих умных машин мы уже не можем существовать. Но кому же первому удалось создать такое чудо техники, как робот? Существуют легенды о невероятных механизмах, которые были созданы еще до нашей эры. К примеру, Александрийский маяк на острове Фарос – одно из чудес света. Согласно древним текстам, был украшен удивительными статуями. Одна из них всегда указывала рукой на солнце, другая отбивала каждый час днем и ночью. По третьей можно было узнать направление ветра. А когда в гавань заходили чужие корабли, статуи издавали тревожный крик. Сегодня маяк разрушен. Выяснить, насколько правдивы легенды, сложно. Но современные ученые предполагают, что это вполне может быть правдой. Ведь уже тогда могли быть простейшие механизмы, предки современных роботов. Сегодня робототехника шагнула далеко вперед. Есть роботы-космические исследователи. Например, на Марсе люди еще побывать не успели, а вот роботы уже высадились не раз. Сейчас на Красной планете работает аппарат Curiosity, что означает «любопытство». Марсоход берет пробы грунта, проводит исследования в своей мини-лаборатории, фотографирует и передает данные на Землю. Другой робот недавно поселился и на Луне. Это китайский луноход «Нефритовый заяц». Роботы-исследователи помогают ученым и на Земле. Например, египтологи отправляли их в узкие шахты древних пирамид, куда человек не мог забраться сам. А еще роботы исследуют морское дно. Они отправляются в очень опасные места — океанические бездны. К примеру, прежде чем люди спустились в самое глубокое место — Марианский желоб, там побывали роботы. Роботы заняты на производстве. Конвейеры на заводах и фабриках или печатные машины в типографиях — это тоже роботы. Они могут прикручивать болты, собирать детали, делать сварку, красить, резать, клеить. Они не устают и не боятся вредных химикатов и отлично выполняют работу без перерывов на сон и обед. Роботы — спасатели или пожарные? Они забираются в места, куда людям идти рискованно, например, в здание, охваченное огнем, или под завалы рухнувших домов. Умные аппараты снимают на камеру и передают на пульт управления все, что встречается им на пути. А летательные аппараты, так называемые беспилотники, кружатся над лесами во время сильных пожаров, обследуя обстановку. Похожими функциями наделены боевые роботы. Конечно, пока нет машины, способной заменить солдата в строю. Но многие функции боевые роботы уже взяли на себя. Они выполняют разведку, обезвреживают взрывные устройства, могут вести слежку под водой или с воздуха. Служба бытовых роботов не так опасна, но не менее важна. Механические уборщики и пылесосы уже стали помощниками во многих домах или больших офисах, где ежедневно надо убирать большие площади. Но, пожалуй, самые интересные — это андроиды. Так называют роботов, похожих на людей не только внешне, но и по поведению.
Уже сейчас создано огромное множество андроидов, которые отлично распознают эмоции на лице людей и даже способны вести несложные диалоги. Например, они легко поддержат разговор о погоде. Отдельные роботы-андроиды даже запоминают своего собеседника. В будущем, если вновь его встретят, обязательно узнают и даже обратятся к нему по имени. Есть роботы, с которыми вместе можно заниматься спортом. Причем умная машина способна играть не только в шахматы или шашки, но и в более подвижные игры, например, теннис. Вот такой робот-теннисист сам отбивает ракеткой шары, ловко передвигается на двух ногах и даже запоминает ходы соперника. Есть роботы-модели. И, возможно, в скором времени на подиуме они потеснят настоящих манекенщиц. Роботы-экскурсоводы. В некоторых музеях Японии они уже работают. Но изобретатели роботов не останавливаются на достигнутом. Цель — создать андроида, который будет точно таким же, как человек. Люди мечтают наделить машину не только умением работать, но и человеческими чувствами, способностью сочувствовать, скучать и любить. Пока ни один из роботов не способен на это, но ученые не исключают, что это вопрос ближайшего будущего.